Ну, я думаю, что есть кто-то, кто управляет всеми президентами всех стран. Я думаю, есть какая-то компания людей, которые это делают. Я не знаю, как они называются, но мне кажется, что есть какая-то вот, в общем-то, политика, это же игра какая-то в некотором смысле. И я туда на самом деле не лезу, поэтому я и не знаю. Я просто догадываюсь, так мне кажется, интуитивно. Но управляет судьба. Судьба управляет. Можно назвать это Богом, кем угодно и чем угодно. Но вот все равно мы ходим вот под судьбой. Вот я в это верю и все. Потому что, знаете, вот такая есть фраза: Бог смеется над нашими планами. Вот этот Бог, судьба, я не знаю, как это назвать. Я с этим сталкивалась очень часто. Вот я как запланирую себе такое, что-нибудь такое, такое, такое. Вот как я хотела попасть в этот театр репертуарный, а меня не взяли. Все, не захотел этого Бог. Судьба не захотела. Значит, это не моя судьба. Вот я верю в судьбу.